Ноябрь 1804 года. Император Александр I подписывает утвердительную грамоту и устав одного из трех старейших российских университетов – Казанского. В его стенах свою работу начинают четыре учебных подразделения. Одно из них – нравственно-политическое. Здесь студенты изучают право и процесс судопроизводства. Этот момент стал точкой отсчета истории юридического факультета. Учиться здесь было почетно и престижно. В стенах Казанского университета преподавали выдающиеся деятели. К примеру, первый русский ученый-правовед и ректор университета Гавриил Солнцев, основоположники российской цивилистики Дмитрий Мейер и Габриэль Шершеневич. В числе первых студентов факультета был писатель Сергей Аксаков. Здесь также учились Лев Толстой и Владимир Ульянов. Годы шли, а статус юридического факультета только укреплялся. 10 кандидатов на одно место. И это было все равно, что стать космонавтом. И учиться было великой привилегией, особенно у наших учителей, людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне, вот те самые поколения победителей, они передали нам удивительные ценности, которые были стержнем нашей работы в качестве юристов. И я горжусь тем, что закончил один из лучших юридических вузов Советского Союза того времени, а сейчас и Российской Федерации. В минувшие выходные состоялась встреча выпускников юридического факультета 1983 года. По их словам, именно здесь был заложен фундамент их будущего. Вся моя жизнь практически, она вот стартовала здесь. Здесь нас запускал наш декан на орбиту большой жизни. А то, что знания юридический факультет давал лучшие, это позволило мне выделиться в Ленинграде тогда, в Санкт-Петербурге. И все последующие мои шаги жизненные, сама карьера и вся удача, это все было заложено здесь. В знак благодарности родному университету выпускники установили в главном здании фонтан с водоочистной системой. Сегодня мы реализовали нашу давнюю мечту поставить в университете источник чистой воды. Мы его назвали источник добра и справедливости, чтобы вода, которую будут пить студенты, преподаватели, напоминала о миссии юриста – быть слугой справедливости в нашем обществе. Юридический факультет Казанского университета с момента своего основания направлен прежде всего на воспитание личностных качеств студентов. Выпускники его традиционно славятся своими научными достижениями и успехами в профессиональной деятельности. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.